нас заявления лежат от населения на, именно на грунт. Ну он не чистый чернозем, а вот как. Хотя бы для, для выравнивания. Да, да, вот да, да, да. Но да, чер, да. Чистый чернозем, то понятно, что это не так. Документы у нас, все у нас лицензии, все мы. Да, мы сейчас мы в данный момент сейчас граждане обращаются к нам с заявлением. Мы пояснили им, что нужно будет написать заявление, кому. Ну, примерно какой кубометров земли надо, да, для выравнивания ландшафта вот этого всего. Он песчаный такой. Ну, пойдет, конечно, пойдет. И мы вот это, все растет так же. А по чернозему уже глава района пообещал, что тоже окажет помощь. Ну, где с огородов, когда тушили, просто погрузчиками же сгребали, да, да, вы да, все да, видите. Антон Николаевич, директор ТСК, работал вот у нас на машине. Ну вот, наши машины работают, помогали вам вывозить. Экскаватор. Спасибо. Обращайтесь, что нужно было. Нужно будет материал его через главу, главе обратитесь. Он с нами свяжется, поможет. Может, щебенка, песок, там уже что-то такое. Вот, Татьяна, у вас там еще родственники, да, сестра, там брат, вот двое. Мы через вас тоже передаем. Возьмите нас помощь. Спасибо большое.